Смотрите, в заложниках сидит. А ну-ка, бац, хе-хе-хе. Вот мы его и освободили. Одного братика мы освободим, желтенького. Сейчас мы тебе поможем, о. Гаяськи, ребята, меня зовут Флавиус. А это красный шарик, наш малютка, которого сегодня, ребята, должен тут пройти много-много-много головоломочек. И, похоже, нам сегодня, ребята, придется не очень сладко, потому что головоломочки действительно будут ужасно сложными. Но я думаю, если вы поставите лайк, то мы здесь все пройдем. Так, вот эта кнопочка открывает, ага, вот этот проход. Значит, нам ее нужно нажать с помощью вот этого ящичка. Так, нажимаем и идем далее. Так, падаем вниз, опс, так, и теперь нам эта кнопочка не нужна, нужна вот эта. И мы, в общем-то, проходим далее, ребята. Опа, так. Тут у нас что? Ага. Ой-ой-ой, ребята, смотрите, сколько здесь шипов. Как бы нам не упасть туда. Так, ладно, убегаем. И бац. Хе-хе. Так, уничтожили паучка. И проходим в двери. Ура, ребята. Так, прошли. Вот это классно. Так, и двигаемся дальше. Воу. Так, а что это за носач-стреляч? Так, ой-ой-ой, ребята. Монеточку берем и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, попал по нас, усач этот, смотрите. Сверху там в нас стреляет, проходим. Итак, стреляет в нас, стреляет, вот негодяй. И еще проходим, так. О, а на него мы сможем? Ой-ой-ой-ой, сверху, я думал, можно на него напрыгнуть, но что-то он колючий, наверное, со всех сторон. Ладно, давайте, флажочек, отлично. И что дальше? Звездочка, так. О, ребята, посмотрите, какая огромная пила. Так, 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 а, ага, ага, я понял. Так, звездочка под ней, значит, нужно быстренько туда проникнуть и быстренько убежать. И есть, все, ребята, мы пилу обманули. Пилу мы прошмыгнули, ура! Так, ну что же, продвигаемся дальше. Так, а тут у нас облачность, ребята, повышенная. Смотрите, 19 уровень и раз облачко. Ой, мы с него упали. Два облачка и вот мы проходим сюда. Опа, на третье облачко. Так, 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 так. Опа, получай паучочек, хорошо. Третья звезда, и все, можно отсюда убегать. Хе-хе, так, поднимаемся, и все, отправляемся в иное измерение. На 20 уровень, ребятушки. Ха-ха-ха, так. Ну и тут у нас что же ожидает? Воу, левел бонус, ура, ребята. Так, много-много-много распрыжечек и много всего мы сможем сейчас с вами здесь пройти и получить очень много монеточек. Есть! Так, все, прошли. Вот это мы молодцы, ребята. И у нас уже 14 тысяч монет. А, нет, 20 почти тысяч монеток. Вот это круто. Так, и что мы сможем купить? Ага, а, это за каждодневное прохождение. Так, и что у нас здесь? Так, угу, угу. Так, ну что же, можно и за тыковку поиграть будет, прикольно. Так, а тут у нас что? О, после 24 уровня вот это откроется, новый скин, желтенький шарик. Так, и за монетки мы можем купить, ребята, смотрите, арбузик, помидорку, камешек. Воу-воу-воу, много-много всего. Так, ну ладно, что ж, я хочу купить в следующей серии, наверное, розовый шарик. Попробуем погонять с ним. Так, ну что ж, красненький, погнали. Что у нас тут? Так, рычажочек, бац. Что он делает? Ага, он эту катушку, хотел сказать, эту вот платформочку нам сюда опускает. Хорошо, так. Так, 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 погнали, погнали дальше. Бац, есть. И идем. Стоп, а звездочку-то мы забыли взять. Так, вот она. Так, секретиков тут никаких, интересно, нету. Но я думаю, мы их найдем, ребята. Опа. Ой, страшило, смотрите, какое. Опа. Так, опа. Есть. Но как-то нужно взять вот эту вот
Ой-ой-ой. Фух. Взяли, ребята, монетку. Да, она была очень далеко, но мы ее схватили. Ну что ж, идем дальше. Чё ты кричишь, шарик, так-то? 22 уровень. Так, ну что, перепрыгиваем. Перепрыгиваем, бац. Так, ну мы его никак не сможем уничтожить. Так, ну тут понятно, все просто. Так, а тут у нас что, две звездочки еще нужно, чтобы двери открылись. Это хорошо, потому что мы знаем, где находятся эти звездочки. Опа! Хи-хи! Уничтожили мы главного негодяя, и теперь можно перепрыгнуть и впрыгнуть в этот портал, ребята. Так, и смотрите, мы почти дошли до нового скина, ребята, до нового шарика. И что тут у нас? О, так, ребята, что это у нас открывает? Ага, это скидывает этот блок. А, это вот такое вот, ребята, рычажное у нас устройство здесь. А, забавно. Так, а что здесь у нас будет дальше, интересно? Ну тут вроде как больше ничего нету, ну хорошо. Ой, так, осторожно, шарик, осторожно, проходи здесь. Здесь очень колючие существа находятся. Так, ну мы как-то очень быстро прошли. Ну ладно, все, движемся дальше, ребята, и 23 уровень пройден. Так, и после этого уровня у нас будет, ребята, доступ к новому персонажу. Так, а тут мы перепрыгнуть должны. Ладно, шарик, разгоняйся. Уху, есть. Оп, хорошо. И последний паучок, наверное, на этом уровне. Или нет? О, ребята, смотрите, в заложниках сидит. А ну-ка, бац, хе-хе-хе. Вот мы его и освободили. Ура. Так, и идем дальше. Ой-ой-ой, стоп. Еще один заложник, сейчас мы тебе поможем. О, хе-хе-хе. Здесь, ребята, не звездочки нужно собирать, а шариков освобождать. Ага, тут закрыто, ну наверняка нужен вот этот вот рычажок. А ну-ка, правильно, да, ребята, правильно. И еще одного братика мы освободим, желтенького. Ура, все, хе-хе-хе. Погнали дальше, ребята, и вот мы теперь можем этого персонажа брать, мы их всех освободили. Так, и дальше нам открывается что? Так, 25 уровень, воу, пилы, ребята, пилы это, конечно, хорошо, так, опа. Ой-ой-ой, тихо, но пилы мы будем проходить на ура. Так, вот, все. Ну, ребята, все очень легко и все очень просто. Ура, мы прошли. Так, 25-й. Ой, смотрите, ребята, там скоро новый босс. Паучишка-таракашка. Так, а на следующем уровне... Нет, он не на следующем, он будет через уровней 5, наверное. Да, ребята, это, конечно... Воу-воу-воу, страшно! Хе-хе. Но мы, я думаю, все сделаем и всех победим. Ну а на сегодня, ребята, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Флавиус. Адиос, амигос!